Дверные ручки и их крепление на двери, пожалуй, самая консервативная тема замочно-дверной области. Люди десятилетиями берут ручку-пупырку и продолжают ее ставить, прикручивая саморезами по дереву к металлическому полотну или к 4-миллиметровому ДВП изнутри. Не то чтобы мы против конкретной формы, на вкус и цвет, как говорится, все люди разные. Но вот классическое крепление недостаточной длины квадрат, по нашему опыту, часто приносят владельцам неприятности, а в некоторых случаях являются просто недопустимыми. Отрадно видеть, что компания TradeLock из года в год продолжает выпускать не только новые формы ручек, добавляя в них актуальные цвета и оттенки, но и разрабатывает инновационные способы крепления, учитывая не только боли конечного потребителя, но и сервисника по установке дверной фурнитуры. В рамках сегодняшнего видеоматериала мы рассмотрим новую серию премиальных ручек бренда Armadillo серии The Art. Такого вы еще не видели. Дверные ручки Armadillo серии Art поставляются в упаковке премиального качества. Плотный картон, покрытие Soft Touch. Изготовлены ручки из жесткого тяжелого сплава замак и покрыты качественной гальваникой. Форма ручек этой серии были изготовлены с нуля, от лепки изгибов до полной реализации. Уникальная коллекция 2023 года, передающая философию минимализма, олицетворяющая его основные идеи: баланс, лаконичность, симметрия, четкость линий. Арт – это ручки без видимого основания. Дизайн, который только еще набирает популярность. И для реализации такого дизайна потребовалась разработка, изготовление и патентование уникального способа установки, о котором мы сейчас и поговорим. Ручки рассматриваемой серии предназначены именно для межкомнатных дверей с толщиной полотна от 38 до 50 мм. Установка происходит при помощи специальной обхватывающей резьбовой втулки, под которую сверлится отверстие. Сверлить можно специально разработанной фрезой, которая делает процесс более контролируемым и удобным, но которую придется докупить отдельно. Насадка под квадрат восьмерку. Направляющие под квадрат шестерку. Такая штука может быть полезна для сервисников, кто сталкивается с установкой ручек подобного крепления на постоянной основе. Помимо этого, коллеги сообщают, что отверстие можно выполнить и обычным перьевым сверлом. Более подробную видеоинструкцию мы оставим в описании под этим видеоматериалом. Главная уникальность Armadillo The Art в том, что на оси ручки присутствует возвратная пружина, исключающее провисание фалевой части, что встречается на ручках без видимого основания у других брендов и обеспечивает плавность работы. Помимо классических нажимных фалевых ручек, в серии The Art присутствуют модели «Баланс» и «Симметрия». Круглые и прямоугольные формы, для открывания двери которые требуется прокрутить вокруг оси. Очень круто и необычно. Каждая из рассмотренных моделей на данный момент выпускается в самых популярных световых решениях. Итальянский тисненый, как в нашем варианте. Некоторые его называют еще сатин или матовый хром и так далее. Черный и, конечно же, флорентийское золото, набирающее популярность буквально в последний год. Посмотреть все варианты ручек рассмотренных серий вы можете на сайте производителя. Ссылки будут в описании под видеоматериалом. А на этом все. Вопросы, замечания и предложения прошу оставлять также под видео. Всем пока!